Приветствую, друзья, на канале ProGamer Television. С вами Сафир Тритройки. И мы с вами продолжаем проходить игру Doom Zeon HD. Итак, у нас с вами восьмая карта под названием Анейра. Мне, правда, немного подсел голос. Ебать. Не зря тут такой арсенал сразу дают. Пиздец, вы чё? Блин. Не понял, а чё такое? Давайте еще разок. Четыре выстрела надо. А вот этот точно попадет, твою мать. Пидоры. Еще и прыгает там, а? Блин, твою мать. Так, ладно. Ой. Обычно так не везет. В самом начале уровня, чтобы еще было какое-то убежище какое-то. Еще двое осталось. Трое. Обалдеть. Так, давайте сейв. Так, давайте, это у нас третий стрим, да? Давайте Г3 напишем. Синий ключ уже так сразу. Ишь ты. Ну, небольшой подарок. Ладно. Так, вот это меня беспокоит. Ой.
твари, а? Пипец вообще. Так. Да ну нахрен. Это трупак. Твою мать, а. Слушайте, ну здесь, конечно, так лажанулось жестко. Не, нет. Так, давайте все-таки, наверное, вот это возьмем, да. Убавилось вас. Вообще трэш. Так. Теперь берем вот это. Твою мать, сука. Пипец. Ох, я уже боюсь просто что-либо тут открывать. Так, 60. Стоп, а это что? Понятно, синий ключ нужен. Это такой типа секрет. Кого мы там видим? Ой, бля, они за стеной, видимо, не простреливались. Так, ладно. Это еще что? Обалдеть, синий ключ везде. Просто. Там-то я его не наблюдал, если честно. Так, ладно. Вот черт. Твою мать. Уж шлепки до суда добрались. Еще одна. Не присесть не могу. Тварь. Слышите, здесь это где-то ходит. Все, конец, конец, конец. Фак, фак, фак. Блять. Ладно, сейф.
Блин, а слушайте, у меня оружия не так много-то. Так, здесь телепорт. Вопрос, блин. Ключа-то нету синего. Здесь еще что-то. А там желтый, кстати. Да пипец вообще просто. Слушайте, у нас... Пипец. Так, стоп. Вот этого мы замочить. Потратил все, твою мать! Вот это что такое? Давайте постреляем. Так, здесь желтый ключ. Ладно. Оу! Так скоро? Я не рассчитывал, честно. Так, здесь синий, синий. Но мне очень интересен синий, на самом деле. От желтого я тоже не откажусь. Блин, месиво вообще. Так, желтый. Где у нас желтый? Вот. Стоп. Это тоже желтый, да? Нет. Блин, секретов просто тут зашибись. Так. Здесь где-то... А, вот. И пать. Ебать! Вы чё, бля? Блин, слушайте, друзья, это жопа, в который я попал случайно. Черт, я даже не строю. Нет, 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 только не сюда, твою мать. Твою мать, сука. Слушайте, блядь, что же я наделал-то? Так, 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 так. Без паники, без паники. Так, ждите. Надо подумать, подумать. Что тут думать-то, ёб твою мать. Быстро. Ничего не скажешь, просто взял так, как будто ничего и не было. Пиздец. Так, 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 давайте еще раз подумаем, что делать. Что это, конечно, жопа полная. Да пипец вообще. Блин, слушайте, мне спрятаться даже негде. Чё за хрень? Так. Чёрт, 9 патронов. Не вариант.
Блять, ну бы конечно же, сука. Там нету телепортов, да? Пиздец. Вы чё? Засада, блин. Соси. Сын. Так, давайте тогда что-нибудь еще. Блять. Слушайте, ну мне надо как-то по-другому все это. Да, дела. Нужно сделать так. Блять, твою мать, слушайте, ну хороший план. Только здесь надо этих поснимать. Они его даже не замечают. Слушайте, хорошая идея. Так, ладно.
Блин, здесь сложно, очень сложно. Черт, ну, в принципе, хорошая идея. Блять, нихуя не. Ну давай, твою мать, твою мать, Анна, что ж ты так? Так, слушайте, а приседать здесь можно? Я что-то не могу понять. Так, сумочем. Вот, цеп стоит вроде бы все. Все. Так, давайте на двушечку. Твою мать, а? Суки. Называется, блядь, чужими руками. Блин, ну кому ты стреляешь, твою мать? Нет, здесь вообще не вариант. Фак. Блять, сам нарвался прям в лобешник. Thank you.
вообще просто невозможно. Пиздец. Блять, твою мать, а? Так. Так, ладно, давайте еще потом повыманивать все-таки. Нет. Да. Троих прям целых. Молодец, бля, двоих. А, блин, вообще красава. Так, этих, наверное, сейчас будет быстро убрать. Фак. Твою мать, а. Не, лучше залетаю. Так, стой. Так, слушай, ты, короче, давай его убивай. Может, тогда еще попробуем тех убить. Как раз зацепило двоих, блин. Давай, ё-моё, зацепило? Да-да, зацепило, супер. Так, слушайте, ну, по ходу дела вопрос с этими козлами решен. Да пипец. Твою мать, ушлепок. Так, давайте тратим это. Ишь ты, блин, сколько всего-то, а? Блин, жизни полные. Обалдеть.
Так, зашибись. Ну это вообще подстава прям жесткая. Так. Бляха-муха. Что тут у нас было-то, а? Тут как это взять? Ну ладно, не шибко это оно бы нам помогло. Так. Блять, вы чё? Блять, подстава-то какая? Надо взять и съебаться отсюда. А подождите, я чё, не могу взять? Бля. Блин. Да не, слушайте, это вообще какой-то край, ёпта. Чёрт, хорошо работает пушка-то. Так, подождите, а сколько у меня тратится так сразу? 350. Черт, я даже не увидел. Вообще подлог. Ну успокойте его, мадафака! Ебать! Давайте, единичку. Черт, а? Дурак, сучий. Обалдеть. Так, что-то там открыться должно было. Фу, бля. Подождите, я что, нажал? Так, наверное, что-то не здесь. А, слушайте, это хорошо, так придумали. Я и забыл про шарики. Здесь тоже, наверное, все. Так, куда нам идти-то? Стоп. Вот. Ёпта, еще здесь смотри. Ух ты, ёпта.
Иди твою мать, вы чё? Блядь. Так, подождите, это чё за нахер такой? Что творится-то? Не, вообще не вариант. Пусть он по этим ударит. Жизнь какая-то. Что делать-то? Блин, слушайте, вообще жесть. Три кибердемона. Да как же так? Блядь, так хорошо все было. Нельзя, но время жалко. Блять, ну смотрите сколько, твою мать, где эта сука, которых не пускает. Типа твою мать за ноги. Я хочу просто посмотреть, где этот пейн ментал.
Что ж такое жадность, а? Единички Сэмс. Все красиво. Ну. Блять, сейчас заденет клопов сраных. Да, пусть он с этим пока разбирается. Пиздец. Смотрите. Нормально так, он так выборочно прям не трогает. Тут мне просто повезло, так честно вам скажу. Что они не замучат как раз. Слушайте, он по мне стреляет. Ой. Это долго, честно. Так, давайте на четверочку. У меня гранатомет с этой стороны. Ой, блин. Видит, он не достает. Да, подарки. Фак. Блин, тут смотрите, тут был выход, грубо говоря. Черт. А, блядь. Нужно было просто нажать и пройти. Хотя хуй-то я прошел все долго. Поэтому нам пришлось мочить. Так, все, забираем с собой все подарки. Так, что у нас тут еще? А, блин, слушайте, а пулемет? Нет, пулемет у нас полный. Ну, тогда, значит, все. Это тоже полное. Ну что ж, друзья, с вами был Сафир 33 на канале про Gamer Television. Это было прохождение игры Doom Zeon HD. Всем спасибо и до новых встреч. Пока.